Тепло последних недель повлияло на ситуацию на полях республики. В рост пошли не только сельхозкультуры, но и количество вредителей. На 20% площадей имеется превышение экономического порога вредности. Жаркая погода благоприятствует развитию трипса, тли, колорадского жука и многих других паразитов. А прохладные июньские вечера стали причиной развития заболеваний сельскохозяйственных культур. Во всех районах республики численность вредителей контролируется плановыми обработками. Мы стоим на поле ООО «Агрофирма Санара» Чувашской республики Вурнарского района. Вот у нас слева получается картофельное поле. В хозяйстве мы картофель сажаем около 80 гектаров. Вот в этом поле у нас 40 гектаров, 5 сортов получается. Против вредителей, против болезни картофель мы протравливаем при посадке. Также в течение лета мы защищаемся от сорняков. Это одна обработка у нас идет. Последующие 3 обработки уже идет у нас фунгицидная, это против болезней.